Но выборы серьезные, то есть мы выбираем руководителя страны. И я считаю, что каждый человек должен прийти и свой гражданский долг исполнить. Была тренировка электронного голосования, что можно было даже не приходить, но как мне пришла информация, на президентских выборах все-таки этой, ну, этой возможности у людей не будет. Но будут предоставлены возможности проголосовать досрочно, по месту пребывания, ну все как обычно. Если человек, раньше как, если человек не может прийти по болезни, ну мы всегда шли на уступки, всегда если там, ну, на работе, там, мы ездили к ним. Mm-hmm. То есть звонок в участковую комиссию, все, когда приехать к вам удобнее, мы приезжаем и человек голосует. То есть мы все делали для этого. Вот. Сейчас уже конкретно говорят, что болеешь, не болеешь, просто придем домой. Нормально. Да, просто придем домой. Ну и, естественно, вот 17 февраля начнется все это дело. Голосуем мы 3 дня, 15, 16 и 17. И 17 февраля, вот до начала голосования, ну, все комиссии абсолютно по всему району, по всему региону, по всей России будут ходить и приглашать на выборы. Поэтому, дорогие друзья, я все понимаю, кого-то, может быть, не устраивает что-то. Но вот люди, которые работают в комиссиях, такие же, как и вы, они ни в чем не виноваты. У них есть свое мнение. То есть, и не надо думать, что вот они, он идет, и вот ты должен за того-то проголосовать. Нет, это мы просто выполняем свою работу. Причем за копейки, по факту. Там не очень большие деньги на это выделяются. Но мы делаем это для того, чтобы вы смогли свое волеизъявление. Может быть, кого-то смущает, что все-таки за копейки, а не бесплатно, любой труд должен оплачиваться. Да. Хотя бы пугалку от собак купить, там какую-то там кнопочку нажимаешь, знаете, отпугивает собак. Мы поднимали этот вопрос, но все это как бы... организация выборов, она еще, кстати, и на администрации висит. То есть избирательные участки, их расположение, все это